Сессии откроют для юных химчан. 15 сентября в парке Толстого будут работать больше 40 локаций, где первоклассники смогут попробовать себя в творчестве, медицинском, предпринимательском деле и спорте. Организует праздник компания «Гигавайдер», новый оператор сотовой связи городского округа Химки, при поддержке администрации, а также около полусотни предприятий города. Кем хотят стать школьники и каковы их ожидания от будущих профессий, удалось выяснить нашей съемочной группе перед началом учебного года. Банкира. Это очень интересная работа. Там делают деньги и еще всякие вещи. Ветеринаром. А почему? Потому что люблю животных. Полицейским. Почему? Потому что они сильные, ловят воров. Я мечтаю стать изобретателем. Как интересно, а почему ты хочешь стать изобретателем? Ну, потому что мне это уже понравилось. Я много чего уже изобрел. Народные танцы, хореография и стрит-арт. Попробовать себя в творчестве первоклашки смогут на площадке от ДК «Родина», а также стать участником исторической реконструкции. Узнают, какое оружие было в древности, и увидят масштабные бои. Для них покажут владение оружием, боевыми мечами, копьями. Покажут вооружение, это щиты, копья, утварь какую-то историческую. Также покажут зарядку старинную. Увидеть школу глазами учителя образовательные организации городского округа подготовили интерактивные уроки. На площадке «Классная школа» ребенок сможет попробовать себя в роли учителя. Старшеклассники, молодые специалисты будут проводить с ними уроки по окружающему миру, по математике, по русскому языку, где расскажут много интересного, покажут опыты по физике и по химии. Праздник по традиции начнется с аллеи первоклассников. Здесь счастливые лица и грезы о будущей профессии. В завершении программы ребят ждет большой сюрприз, который никого не оставит равнодушным. Праздник «Дети. Наше будущее» пройдет 15 сентября в парке Толстого с 12 до 15 часов. Будет интересно не только юным школьникам, но и их родителям, ведь им представится уникальная возможность узнать о новых талантах и увлечениях своего ребенка.